Ребята, я вас приветствую в игре Kill Switch. Итак, у нас здесь очередная локация, которая называется Штука. Ну, давайте смотреть, что за штука такая. Настоящая штука. Поскольку я здесь уже немножко поиграла... Ух ты, я птичка. Я здесь уже немножко поиграла и выяснила, где лучше всего открываться от вражеских атак. Не поверите, это вот именно... Где больно? Ну, по крайней мере, пока. Пока это точно едва ли не самое безопасное место здесь. Потому как здесь и аптечка рядом, и все что угодно. О, нифига себе, как его подбросил. Все что угодно, ваши души, ребята. Все ярко. Окей. Блин, да высовывайся тут. Так, надеюсь, со спины никто не подойдет. Что там? Ой-ой-ой, знаете, откуда мне палят? Не поверите, из-под машины. Да-да. Нифига себе. Каков ты у нас, однако. Убейся же уже. У нас палит из-под машины, да, нам нечего здоровиться. Ой, ах ты ж, ученыш. Из-за спины, вот подлец. Вон еще, ладно, ребят, пора менять место дислокации. И удобнее всего это будет делать здесь, то есть отстреливаться от всяких врагов. Да-да, эти ребята именно там. Опа! Зацените. А вот я его не видела в прошлый раз, ну надо же. Ребята есть здесь, это я точно знаю. Но, похоже, я их уже всех истребила. Вот ведь. Вон там еще скрывается. Сейчас на его место еще парень придет. Ща-ща. Странно, не идет никак. Ой. Ах ты ж, ё-моё. Ну, мужик, выходи, он бы и трус. Нам там, ребят, такое оставили, вы не поверите. Зацените. Называется «Бери, не хочу». Ладно, я, пожалуй, схожу за аптечникой. Да, я уже успела немножко поиграть здесь, и мне, кстати, очень нравится этот уровень. Он такой светлый, хороший. Можно бы даже было сказать, что добрый, но, к сожалению, нет. Ух ты, нифига себе. Но, к сожалению, он нифига не добрый. Что, интересно, в этих штуках они держат? Забавно. Ну что же, в прошлый раз меня не убили, давайте посмотрим, что будет на сей раз. Да, этот уровень в сравнении с прошлым куда светлее, куда лучше. Ух ты, здесь тоже можно было укрыться. Зацените, и там тоже. А нет, там, наверное, нельзя укрыться. Ну что же, нас скоро уже подойдут встречать, ребята. И я хочу им бросить гранат. Они это заслужили, уж поверьте вы мне. Ну, вылазь, парень. Так, 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 все. Вы только мое терпение понапрасну тратите. Сдохните, ну же. Умри, умри. Ух ты. Граната прилипла к стене. Ха. А, так вот что значит липучка, да? Дай, дай, дай. Ну что, здесь все, да, вроде? Прикольно, липучка граната. Я думала, она как-то врагов связывает своей липучестью. Так, здесь, по идее, никого быть не должно, и у нас... Duchess. Yes? I've located the nuke. Can you get down here and disarm it? I'm on it. Ядерное оружие. А правда ли, что ядерное оружие должно быть такое маленькое, таких маленьких размеров? Странно так, если честно. Ну, хотя я-то в этом не шарю совсем. Зацените, можно было, блин, так вот не обходить все вокруг, а
пройти там где-то. И все. Делов-то. Ладно, ребят, давайте дальше пойдем. У нас здесь кое-что весьма интересное ждет. Но это еще не все. Самое интересное вот там. У этого парня была базука, вы не поверите. Нужно этого паренька, пацанька снять. И вот этого ребенка тоже перемешало совсем. Ой, мой мужик проявился. Ну а теперь очередь вот всех, ребят. Ты помер, парень, нет? Ну вот, ребята, уровень маленький достаточно, но и сложный, потому что врагов здесь очень много. Их, правда, очень много. Я вот когда в первый раз играла их, ну просто непомерно было. Я не знаю, может быть, это потому что я в первый раз играла, а сейчас их кажется меньше, потому что я уже играю во второй раз. Но в самом деле, в первый раз их, ну, намного больше было, чем вот сейчас. Что, надеюсь, меня не грохнут? Надеюсь, меня... Ой, бегу. Слышу. Ух ты ж, ё-моё, сколько у вас здесь. Ребята. Ах ты, урод, ты посмел выжить. Ха-ха-ха. Даблкил. Хей. Так, за пулеметом вроде никого, да? Здесь тоже, надеюсь, никого. Да. Отлично. Мне повезло. Ну что, немножко осмотримся, да? Ой, мне показалось, что здесь аптечка, представляете? Ну, конечно, какая здесь может быть аптечка. Да, все так странно. Что это за ящики? Что они здесь держат? И что это за комната? Оттуда наши враги выходили или как это понимать? Bishop, I need to know. Why does he have a nuke? Think about it. Archer's taken action everywhere else but here. My God. Archer's going to use the nuke on domestic soil? Even if he didn't intend to use it here, I wouldn't put the option past him. Bishop, we're near a populated city. If Archer triggers the nuke, with everything that's happened... I know. Take care of the nuke. I'm moving out. Не совсем поняла, о чем они говорили, но, по-моему, они говорили о том, что Арчер хочет уничтожить с помощью какого-то ньюка, и, возможно, это то самое ядерное оружие, едва ли, ну, не все население не страны, а планеты. Хотя, для чего ему это? Он же один останется и помрет в любом случае, так что... Что-то здесь не то. Возможно, я что-то не так поняла. Хорошо, ребята. Как бы то ни было, как бы я что-то не поняла, я должна с вами попрощаться. Игра сложная, честно. Хоть вот меня здесь ни разу не убили, благо мне повезло очень сильно. Но вообще, в общем, в целом, она, конечно, такая сложная. И, черт побери, я едва ли не преклоняюсь перед тем америкосом, который прошел ее на сложном уровне. Ну, я бы так не смогла, хотя я не прочь попробовать свои силы, но, скорее всего, у меня ничего не получится пройти с первого раза, да на сложном уровне, да эту игру. Вы, наверное, шутите. Хорошо, ребята, ну что, теперь я должна с вами со всеми попрощаться, поэтому спасибо всем за просмотр, оставляйте, пожалуйста, комментарии, если вам не лень, если лень, ну, хотя бы досмотрите видео до конца, уже что-то хорошее будет сделано. Вами для меня. Окей, ребята, всем спасибо за просмотр и всем пока.